Партнер показа Vega Flowers Gallery. Очаровательные подарки в бутике Vega Flowers Gallery. Рада встрече. Есть такие женщины, которые делают все, как не надо делать. Вот вроде и собой хороша, и дома полный порядок, и пара дипломов, и работа хорошая, и машину сама водит, и готовит лучшие нового шеф-повара. Эдакий всепонимающий ангел. А мужика нет. Говорила я недавно на этот счет со своей подругой. В третий раз разводится. Она мужьям и стирала, и готовила, а ни один из трех ей даже шубу не купил. Не то чтобы мне обидно, говорит она, просто интересно, почему так получается. Хотя и обидно, конечно, тоже. Вот как по мне, считаю опытным путем доказанным, что мужчинам не нужна никакая такая забота. В созданном по образу и подобию мужчине потребности заботиться априори заложено гораздо больше, чем в обычной женщине. Но если трястись над ним по поводу и без повода, эта потребность в нем быстро атрофируется. И ответственность ваша ему не нужна ровно по той же причине, как и вы в качестве поварихи на кухне. Они ведь так кичатся тем, что лучшие повара мужчины, а мы, сами того не осознавая, гасим их творческий порыв вкусными ужинами и полезными завтраками. Помните, творческий порыв обидчив. Спугнешь его раз, потом попробуй верни. Так что вышеобозначенные качества в мужчинах предлагаю тренировать. Мужчина – тот же дикий зверь, хищник, тигр, лев, но в крайнем случае писец. Ему самому это на пользу пойдет. С вами была я, Даша.